Всем большой-большой привет! Вот снимаю видео, запаковываю вот такие вот миленькие сердечки. Завтра 14 февраля, Валентинов день. Мы собираем с дочечкой открыточки для деток на этот день. В Канаде этот день в школах празднуют. Очень ярко и красиво. И для учителей мы решили, 4 учительницы, мы решили сделать разные сердечки. Вот уже 2 сердечка я упаковала. Тут сердечко с крылышками. Белыми. Жалко, что уже упаковала, но не хочу открывать. Потом сообразила, что хочу снять видео, все-таки запечатлеть. Тут конфетка Ferrero Rocher, моя визитка. И еще будет прикреплена вот такая вот бирочка. На ней моя дочечка напишет свое имя и для моей учительницы. Так будет бирочка висеть. Вот, значит, 2 сердечка с крылышками. Одно сердечко я решила просто одно сделать, без крылышек, без ничего, без глазок. Вот, они все на вот такой вот застежке, то есть их можно будет как брошку приколоть к одежде. И одно сердечко такое миленькое, оно с глазками. Дочка попросила сделать это для главной учительницы все-таки. С глазками вот такое. Тут у нее в бирочках handmade, розовая. Свет такой не очень дома, непонятно какой цвет. Красное сердечко и светло-розовая бирочка. И вот он как будто ручками своими держит пальчиками. Мне показалось очень здорово. Хорошая идея. Да, цвета не передаются сейчас на камеру. И вот я делаю вот такие вот пакетики самостоятельно из бумажки. Из вот такого вот пакета, который в рулонах продается. Вот кидаю туда бирочку, конфеточку. Чтобы было приятный такой сюрпризик. И упаковываю сердечки. Вот так. И заклеиваю скотчем. Вот так. Будет тут такая бирочка. Что дочка моя напишет свое имя. И, может быть, имена учителей, не знаю, посмотрим, если она вспомнит, как их писать. Ну все, я надеюсь, что у вас тоже подготовки к Валентинам Дэй хорошо проходят. И все у вас сердечно получается. Всем пока-пока. Хорошего дня.